Приветствуем вас в суперкопилке. В суперкопилке каждому новому участнику предоставляется $20 для знакомства с проектом. И в этом видео мы покажем вам, как на практике получить их за самый короткий срок. Прежде всего, вы должны знать, что суперкопилка – это система взаимного финансирования, в которой участники финансируют друг друга. Финансирование – это безвозмездная передача своих денег другим участникам сообщества. А взаимное финансирование – это когда вы финансируете кого-то, а потом кто-то финансирует вас. Ваше участие в сообществе начинается с того, что вы получаете финансирование от других участников системы. Именно участники суперкопилки финансируют вас суммой в размере $20, чтобы вы могли проверить проект в действии. Давайте посмотрим, как получить это финансирование на свою платежную систему. Сейчас вы находитесь в личном кабинете, который поможет вам участвовать в сообществе и получить выплаты. Обратите внимание, что проект использует свою внутреннюю единицу тету, которая приравнивается к $1. Например, 5 тет – это эквивалент $5. Сразу после регистрации у вас, как у нового участника, есть несколько бонусов, которые помогут вам быстро разобраться со всеми возможностями проекта. Давайте рассмотрим их. Бонус новичка – плюс 5 тет. Бонус за первый вклад – плюс 15 тет. Рекламный режим – бонус 189 тет. Стратегия пассивного дохода – с доходом до 1500 тет еженедельно. В этом видео мы расскажем только про первые два бонуса, благодаря которым вы сможете получить финансирование от участников суперкопилки в размере 20 тет. Как получить остальное, вы узнаете в другом ролике, когда вам станет это интересно. Все бонусы имеют ограниченный срок действия, и первый из них – бонус новичка в размере 5 тет – необходимо использовать за первые 7 дней после регистрации, иначе он сгорает. Поэтому времени мало, и сразу переходим к действиям. Вы находитесь на главной странице личного кабинета. Здесь вы можете видеть свой бонус новичка – подарок в размере 5 тет. Сейчас мы покажем шаги, которые позволят вам получить эти деньги на свою платежную систему. Переходим в меню «График выплат». Первым шагом мы используем 5 тет, чтобы профинансировать других участников сообщества. Для этого необходимо создать программу взаимного финансирования «Депозит». На этой странице вы видите сроки, через которые вы сможете получить выплату – 1 неделя, 2 недели и так далее. Мы хотим получить первую выплату как можно скорее, через 1 неделю. Нажимаем на кнопку «Создать депозит с выплатой плюс 30%». Обозначение на кнопке 1.30 указывает, во сколько раз будет увеличена сумма вашего вклада при создании программы на выбранный вами срок. В данном случае сумма вклада по окончанию срока действия программы увеличится на 30%. Например, если вы вкладываете 5 тет, то по истечению срока 1 неделя получаете 6,5 тет. То есть, другими словами, доходность по данной неделе составит плюс 30%. Указываем название нашего депозита, например, на кафешку. В поле «Депозит» указываем сумму 5 тет. Максимально возможная сумма вклада уже указана. Обратите внимание на дату и размер выплаты. Выплата наступит через 1 неделю. Нажимаем кнопку «Добавить». После создания программа сразу отображается в графике выплат, где мы видим, что программа «Депозит на кафешку» отработает через 1 неделю. Также полную информацию по созданным программам вы можете увидеть в активных программах на главной странице вашего личного кабинета. Прошла неделя, на баланс поступила выплата 6,5 тет. Отработала программа на кафешку. Теперь полученную выплату запросим на вывод. Но перед этим необходимо завершить полную регистрацию и пройти верификацию в сообществе, подтвердив свое личное участие. Как это сделать, вы узнаете в ролике по ссылке, которая сейчас отобразилась в правом верхнем углу этого видео. Перед этим вам также понадобится иметь кошелек в одной из платежных систем. Как это сделать, вы узнаете в ролике, который сейчас отобразился в левом верхнем углу этого видео. Нажимаем «Запросить на вывод». Выбираем платежную систему, указываем всю сумму 6,5 тет, которая поступила на баланс после получения первой выплаты. Нажимаем «Отправить».
Наша служба безопасности в течение 24 часов проверит вашу заявку и, вероятнее всего, вам позвонят. Поэтому будьте на связи. После одобрения заявки вы получите выплату в размере $6,5 на свою платежную систему. Таким образом, вы уже узнаете, как получить первую часть от бонуса 20 TED. На этом вы могли бы остановиться и завершить свое участие в суперкопилке, отказавшись от получения второй части бонуса в размере 15 TED. Но если вам интересно, то дальше мы расскажем вам, как получить еще 15 TED и также вывести их на свою платежную систему. Вторая часть бонуса дается вам за то, что вы профинансируете участников системы новыми деньгами в размере 15 TED, поэтому она называется «Бонус за первый вклад». Новыми деньгами называются деньги, которые вы еще не получали из системы в виде выплат. Например, если вы пополните баланс теми $6,5, которые вы уже вывели на свою платежную систему, то они будут считаться старыми деньгами, так как вы их уже получали в виде выплаты. Таким образом, чтобы получить вторую часть бонуса в размере 15 TED, вам необходимо пополнить баланс именно новыми деньгами в размере $15. Для этого вы сначала пополняете баланс на сумму $6,5 старыми деньгами, а затем еще $15 новыми деньгами. В сумме у вас должно получиться $21,5. Как только вы это сделаете, а также создадите программу на эту сумму, вам тут же будет начислен второй бонус в размере 15 TED. Далее тут все то же самое. Вы на эти бонусные деньги создаете программы и дожидаетесь выплат в общей сумме 46,38 TED. Вложив всего $15 своих личных денег, вы можете запросить на вывод 46,38 долларов, что в 3 раза больше. Как вам такое знакомство с проектом? Итак, мы показали вам, как получить первые $6,5 на вашу платежную систему. Давайте с этого момента рассмотрим ваши дальнейшие шаги, которые позволят получить еще $40 сверху. Для пополнения баланса переходим на главную. Нажимаем зеленую кнопку «Пополнить баланс». В новом окне выбираем свою платежную систему. В поле «Сумма USD» прописываем сумму пополнения $21.50, которая состоит из $6,5 старых денег и $15 новых денег. При вводе суммы в долларах система автоматически переводит сумму в TED. Нажимаем «Пополнить». Средства зачислены на баланс. Теперь нам необходимо на сумму 21,5 TED создать программу взаимного финансирования. Переходим в график выплат. Создаем программу «Депозит» на ближайшую неделю. Даем название депозиту, например, на билеты в кино. Максимально возможная сумма вклада уже указана. Выплата наступит через 2 недели такого-то числа. Нажимаем кнопку «Добавить». На остаток вашего баланса также создаем еще одну программу по такому же принципу и ожидаем срок наших выплат по созданным программам. После чего на баланс вашего личного кабинета будет начислен бонус за первый вклад в размере 15 TED, который также необходимо задействовать на создание программ взаимного финансирования. Создаем программу на ближайшую неделю. Далее ожидаем выплаты по всем ранее созданным программам. Прошло 4 недели, выплаты по программам поступили на баланс. И теперь вы можете вывести на свою платежную систему 46,38 TED при вкладе своих 15. Здорово, не так ли? На этом наша видеоинструкция завершается. В следующих видео мы вам покажем, как получить еще плюс 189 TED, используя еще одну эксклюзивную возможность для новых участников, которая называется рекламный режим сообщества. Успехов и больших накоплений вам вместе с сообществом взаимного финансирования «Суперкопилка».